Добрый вечер, уважаемая публика. Сегодня с вами будет Иванов Vibe Band. Название такое странное, я объясню смысл этого названия. Дело в том, что Иванов — это я, Band — это вот ребята, которые слева от меня, а Vibe, слово, которое в середине, это сокращенная американская версия названия инструмента, на котором я играю, вибрафон. Итак, сегодня для меня необычный день. Я впервые нахожусь в этом клубе. Все никак не доходил. А в клубе «Козлов» я играл последний раз год назад, еще в старом. И мне очень приятно находиться в этом месте, очень приятно видеть. Они все тут первый раз. Да, и очень приятно видеть знакомые лица. Райка, звукорежиссеров, и очень приятно видеть незнакомые лица вас. Итак, мы начнем наш концерт, и начнем мы его с известного джазового стандарта, но не волнуйтесь, потом пойдет авторская музыка. Итак, первая композиция Джимакова под названием «Safe Alone to Calypso». Thank you.
Таким образом мы поздоровались с Калипсо. Одновременно Калипсо — это название карибского стиля, а также Калипсо — это, напомните, из греческой мифологии. Это, кто помнит, нет? Калипсо, Калипсо. То ли это богиня, то ли... Да, или нет. В общем так, у нас сейчас лето, вы заметили, за окном. Наконец-то мы это почувствовали. И поэтому мы продолжаем летнюю тематику. И я обязательно вам расскажу о своем большом увлечении. Я очень-очень сильно люблю серфинг. И ну, это моя жизнь. Я не пропускаю ни одной возможности поговорить об этом. Потому что кататься пока еще не получалось. Но зато, благодаря моей бурной фантазии, я сочинил композицию. Мне кажется, серфингисты испытывают именно это. Итак, поймать волну. Thank you.
Следующая композиция, которую мы сыграем, называется «Пульсар». Thank you.
теперь мы вернемся на землю. И сейчас будет композиция, которую я посвятил девушке, которая ни разу не была у меня на концертах. Но я надеюсь, это скоро произойдет. Ну, лет через 6, может быть, раньше. Просто ей исполнился год месяц назад, чуть меньше. Однажды она очень плакала, зовут ее Алиса, она очень плакала, лежала на кровати, и я не знал, как ее успокоить, ей был месяц, и я что-то наигрывал на рояле, она начала прислушиваться, и я понял, что надо это продлить, записать, и я начал ей часто играть эту мелодию, она ее слушала, и потом, вы представляете, в 2 месяца произошло чудо, она сказала: «Папа, хватит». Итак, сейчас мы исполним композицию под названием «Танец Алисы». Thank you.
сейчас мы исполним композицию, которую знают все. И, к сожалению, написал ее не я. Но я решил исправить эту ситуацию и очень сильно приложил руку, много чего изменил. А композиция эта, песня из мюзикла «Звуки музыки», называется «My Favorite Things». Thank you.
А теперь мы исполним композицию выдающегося джазового вибрафониста, тоже вибрафониста, которого зовут Джо, а фамилия у него Лок. Он живет в Америке, очень хорошо играет. Иногда он приезжает однажды в Россию очень давно. Но вместо него буду я. И мы исполним композицию под названием «Saturn Child». Thank you.
Thank you.
Спасибо. Теперь мы исполним несколько частей Этна Джадовой сюиты «Картина мира», которую недавно мы практически в этом составе исполнили с симфоническим оркестром. И она уже практически готова в симфонической версии. И я надеюсь, в скором времени мы представим ее в каком-нибудь большом концертном зале. А пока мы исполним три композиции. Первая называется «Старик и лошадь». Представьте, поздняя осень, заиндевелая листва, где-то издалека слышен колокольчик. Старая лошадь тянет телегу, в телеге сидит мужичок. Он укутался в тулуп, в голове у него, как положено, тяжкие мысли. А в этот момент лошадка вспоминает, как она была же ребенком, бегала по лугам. Thank you.
сцену нашу гостью, несравненную Викторию Кайлову. И мы с ней исполним колыбельную. Это еще один небольшой рассказик. Представьте, тот же самый регион, то же самое время года, Зенгелева, Москва. Деревушка, на краю деревушки домик. Из домика сочится свет свечи. Молоденькая мать укладывает ребенка спать. Ребенок засыпает, ему снятся прекрасные сны. Со временем они становятся сложнее и сложнее. Он просыпается от кошмаров, в слезах. А тут появляется мама, говорит: «Все хорошо, я рядом, спи».
спасибо большое. Викентий Иванов. Спасибо, Виктория Калнова. И сейчас, в заключение нашего первого отделения, шутка, мы решили сделать концерт в одно отделение большое, поэтому приготовьтесь еще полтора часа. Сейчас мы исполним финальную часть этой же свиты. Она называется «Македонский танец». Thank you.
Спасибо. Илья Морозов, саксофоны. Александр Горов, гитара. Сергей Сапилев, бас. Ростислав Шароевский, ударная. Иннокентий Иванов, вибрафон. Да, это да. Виктория Шанова, гость. Вокал. Так, ну мы все. Мы пошли? Вот. Мы подготовились. Итак, сейчас мы исполним композицию. Значит, как дело было? Однажды я спал. И, ну, как бы можно было на этом закончить, но нет. Мне приснилась мелодия, я проснулся, побежал, записал ее в нотах, прибежал на репетицию, вызвал всех в 6 утра, собрали все сонные, начали играть. Получается Битлз. Не то что-то. Я пошел опять спать. И потом записал еще одну мелодию, и получилась мелодия лучше. Точнее, нет, ни в коем случае нет, не подумайте. Не лучше, получилось мое. Так, это неправильная история. Эту историю придумал Игорь Михайлович Бутман. А на самом деле все было по-другому. Я спал, и мне приснилось, что я на концерте Майка Стерна. Я услышал музыку, я ее проснулся, записал, и получилась такая. Thank you.
Спасибо вам за то, что вы пришли сегодня в это прекрасное заведение. Спасибо, что не ушли до окончания концерта. Спасибо, что не бросали у нас ничем. А вообще, конечно же, нам было очень приятно выступать сегодня. Вы прекрасная публика. Илья Морозов, Александр Горох, Сергей Шепелев, Ростислав Сараевский, Виктория Рафанова, Иннокентий Иванов. Спасибо. Мы ждем вас на наших новых концертах. Заглядывайте к нам на сайт ivanovband.com. А также всего хорошего. Спасибо.